Всем привет, с вами Светлана. Сегодня будем готовить заливное. У меня здесь вареная курица. Это может быть говядина, рыба, язык, любой сорт нежирного мяса, либо рыбы в вареном виде. Морковка, чеснок, оливочки, все, что душе угодно, можно добавить, листик петрушечки для красоты и так далее. В кружке у меня желатин. Я залила его холодной водой, это 10 грамм. Вот такая пачка желатина, 10 грамм. Я залила его холодной водой. Вот он превратился в такую кашицу. Сейчас я буду добавлять туда кипяток. До полного стакана. И размешиваем желатин дальше. Даем ему несколько минуточек настояться. А пока будем выкладывать курицу в форму, контейнер, либо тарелка, либо специальная форма. Чеснок, душистый перец можно добавить, ну кто что любит. Вот таким образом мы все выкладываем и размешиваем желатин. Да, заливала я его кипятком, то есть крутым кипятком. У меня вскипел прям чайник, и я его залила. Так он быстрее растворяется до однородной консистенции. Теперь мы выливаем его к мясу. Вот примерно половина у меня получилась, даже поменьше. А при комнатной температуре остывает наше заливное, потом ставим в холодильник. Через 2-3 часа уже можно кушать. Вот так, девчонки, часа через 2 он выглядит. Полностью застыл. Сейчас порежем. Вот такая красота. Всем приятного аппетита!